привет, зритель. Весна. И пусть сейчас, пока еще март. Но есть такая аптека «Апрель». И вот у меня случилось с ними сотрудничество. Да-да. Это все совершенно бесплатно. Но цены там вполне себе очень даже хорошие. Я сейчас пока марафетилась, обнаружила там свою любимую водоросль намного дешевле, чем на Озон и на Вайлдберриз. И потом себе закажу. Я сначала думала записать АСМР. Ну, АСМР же для тех, кто любит спать. А те, кто не любит спать и вынуждены смотреть АСМР шепотом, мало какого кайфа ловят, да? Поэтому просто, если ты хочешь АСМР, ты можешь дать мне знать комменты, я чисто АСМР на тебе еще раз запишу это, как бы распакую. У нас тут очень замечательный набор, я считаю. Все, что мне необходимо. Я начну, пожалуй, с пенки. Пенка для умывания. У меня как раз пенки для умывания сейчас нет. Вот угадали, очень большущее спасибо аптечной сети. Апрель, кстати, аптечная сеть «Апрель». Вот если ты вдруг внезапно местный это смотришь, ну мало ли. У нас как минимум штук 7, наверное, аптек есть. Я вот знаю, что в Солнечном, в районе Дикси и этой самой базы «Вайберс» есть аптека «Апрель». На Ленина 66, куда я ездила сегодня, рядом с базой «Озон» и «Вайберс», есть аптека «Апрель». Ну, еще в каких-то там местах, просто по карте города глянь в приложении. Да, если ты еще не зарегался в приложении «Апрель», или на сайте, или вот вообще видишь впервые меня, или впервые слышишь от меня про эту аптеку «Апрель», то для тебя на экране будет промокод на скидку, на целый месяц скидочный. Во-первых, у аптеки «Апрель» есть своя клиентская карта. Это как бы аптечный клуб, но он не бесплатный. И обычно ты покупаешь определенный период этой платной подписки на низкие цены, хотя там и без скидочной карты довольно низкие цены. А если ты вот только сейчас узнал про эту аптеку «Апрель» и хочется, и вот какое-то там средство, кстати, я когда смотрела там одну штуку для себя, в наличии не было, были аналоги. Вот и аналоги там намного дешевле, чем вот, допустим, то, что тебе хочется. Но мне хотелось то, что мне хотелось, а его, к сожалению, не было в наличии. Энтеросгель, он намного дешевле стоял по цене, хоть и не был в наличии, чем, допустим, вот тот же энтеросгель в другой аптеке или вообще на Озон или Вайлдберриз. Короче говоря, во-первых, там намного дешевле все это, а по карте клиента, скажем так, оно еще и в два раза дешевле, или, ну, по приличной такой скидке. Во-вторых, если ты зарегишься и используешь промокод «АПРЕЛЬАЙВЕ», бот в инфобоксе с информацией что и как, и на экране вот здесь вот периодически будет мелькать это облачко с этим промокодом, ты получишь целый месяц этих низких цен по карте клиента. Ты сможешь по этому промокоду оформить просто карту клиента в какой-нибудь аптеке, а можешь зарегистрироваться на сайте «Аптека Апрель», либо скачать приложение на свой телефон и там авторизироваться по номеру телефона и ввести этот промокод и получить целый месяц скидочного периода. Короче говоря, тут у нас пенка для умывания с коллагеном. Коллаген и эластин, экстракт зеленого чая, экстракт овса. Небольшое количество пенки нанести на увлажненную кожу лица и шеи, помассировать легкими круговыми движениями и смыть теплой водой. Тут аж 150 мл, такая большущая пенка. У меня там есть легкий скрабик, он, возможно, будет в пустых баночках, а, возможно, не будет. Но теперь у меня будет еще и пенка замечательная. Коллаген, пенка для умывания. Во. Кстати, у всего сроки годности очень хорошие. Я перед этим пакетик протрясла, перед тем, как камеру включить, все остальное. Этот у нас до ноября 2024 года, а сейчас у нас практически конец марта 2023. Вообще, очень круто. Но у меня, наверное, думаю, в уходе на апрель будет. Вот, пенка. Дальше у нас есть тоже, я так понимаю, что это вообще одна серия, потому что вот коллаген. Кстати, кто производитель-то? Две линии изготовителя. Алтайский край, обалдеть. Алтайский край делает это счастье. И вот тут у нас коллаген, крем для рук с коллагеном и кунжутным маслом. Такая вот коробочка беленькая. Под дизайн пенки. Крем для рук.
защищают кожу от потери влаги, способствуют повышению упругости кожи, разглаживают мелкие морщинки, устраняют сухость и шелушение, обеспечивают защиту от повреждающих факторов. 50 мл. Вот у меня как раз вечно сухая кожа, практически постоянно, практически всегда. Он заслюдирован, точнее зафольгирован. То есть я сейчас его сама первый раз и открою. Русская косметика, русская аптека. Очень крутой крем. Немножко совсем вот надо. Хорошо впитывается. Бывает, крем берешь, из руки все падает. Этот крем берешь, и ничего из руки не падает. Ну, в смысле, берешь эту руку с этим кремом. 50 мл. Приятный такой нежный аромат, цветочный. С кунжутным маслом и коллагеном. А он у нас вообще до января 25 года сроком годности. У меня, конечно, кремов сейчас дофига, благодаря вам, мои дорогие зрители и подписчицы, благодаря Сереже, Кате и Полине, если быть точной. Но теперь у меня еще один кремик будет. 3 месяца живет после вскрытия, значит, сначала я его буду делать, заюзывать. Он у меня будет на кухне. Обычно у меня на кухне стоит крем, которым... Ну, точнее, на кухне у меня чаще всего быстрее крем уделывается, чем в другом каком-то месте квартиры. Блин, обалденно так пахнет. Его можно использовать, наверное, даже как... Вот захотелось чего-нибудь такого весеннего, а на улице дождь и снег. Я, конечно, помню, что я ратовала за то, чтобы снег, зима была до конца марта. Но вот сейчас у нас как-то эта зима уже спустилась, пошла весна. Но такая весна, когда хочется, чтобы за пару ночей дождь прошел, весь снег смыло, и было уже все хорошо. И вот смотришь на эту погоду, хочется чего-то такого весеннего. Открываешь такой кремик, флакончик, наносишь на ручки, и обалденно пахнет, кайфуешь так от всего. Дальше у нас тут... Вот это я никогда таким не пользовалась. А вот теперь есть шанс на себе это испытать. Гидрогелевые патчи для области вокруг глаз с экстрактом черного угля. Для всех типов кожи от 18+. Увлажняют кожу вокруг глаз. Способствуют разглаживанию мелких мимических морщинок. Корен косметик. Корейская косметика. Зритель, если ты вот, ну, может быть, оно не только в аптеке продается, еще где-то вот это вот юзал, дай знать в комменты, ладно? Фабрик, косметоложи, гидрогелевые патчи для области вокруг глаз. Умыться, нанести, снять. Ну, тут в картинке так он показано, что с этим делается. Они у нас до 21 декабря 2024 года. Но я думаю, что я их успею делать. Гидрогелевые патчи с активной формулой на основе натуральных ингредиентов коллагена и гиалуроновой кислоты с добавлением угля. Увлажняют кожу вокруг глаз, способствуют разглаживанию мелких мимических морщинок. Вот с удовольствием использую. Потом будет в пустых баночках. Может, сегодня после стрима это счастье сделаю. А может быть, это сделаю уже завтра. У меня сейчас уже где-то в 17:30 я собиралась стрим заваять. Ну, вот он потом все-таки будет. Вот, очень хорошая штука. И по цене оно довольно как бы, ну, бюджетно все. Вот я как-то очень давно не покупала витамины. Иногда придешь, вроде хочется витаминку такую. Ну, как бы комплекс какой-то осенью, весной пропить. Зайдешь в аптеку, увидишь цены. Думаешь, да ну нафиг, лучше цитрус какой-нибудь куплю. А тут... Но не буду врать, он вроде как, вот если по карте клиента покупать 250 чем-то. Вот такой набор на целый месяц. От А до Z. Витаминно-минеральный комплекс. От А до Цин. От А до Цинка, скажем так. Для женщин 30 таблеток на целый месяц хватит как раз. Поддержка женского организма. Дополнительный источник витаминов и минеральных веществ. Состав очень хороший. Я прочитала, ты знаешь, я загоняюсь на составы. А тут все такое хорошее, все, что нужно. По таблетке один раз в день во время еды, продолжительность приема месяц. При необходимости можно повторить. Компоненты: витамин А, он же Р. Я даже не знала, что витамин А это Р. С, Д3, Е,
В2, В3, В6, витамин В9, кальций, магний, цинк, железо, коэнзим Q10, рутин, альфа-липоевая кислота. Вот все, что мне раньше надо было лопать весной и осенью, когда обострение, и организм после зимы такой весь выдохся. А осенью просто вот, ну, как-то уже осень такой, все серое, там, уже листочки красненькие отцвели. А снег еще не пришел, и все вот такое вот непонятное. И организм такой полусонный. Вот у меня вот в эти периоды такие полусонные обычно состояния. Вот я думаю, что оно меня спасет. Очень хорошее. Вот так еще даже вскрою это, гляну. И ты увидишь, и я посмотрю. Обалдеть, какие огромные таблетки. Как же я ее кусать-то буду? Ладно. Сейчас вроде уже ближе к вечеру, с завтрашнего дня начну принимать. Витаминчики, минеральчики. А дальше у нас еще одна штучка. Никогда отдельно не принимала, насколько мне известно. Но я почитала в интернете и поняла, что вот его-то мне как раз и не хватает для моей бодрости днем. Витамин D3. Витамин D3 способствует укреплению защитных сил организма. 30 капсул. Кстати, если тебя вдруг волновали сроки, а я не сказала, тут у нас срок до декабря 2024 года. Так, а вот тут у нас срок, судя по дате, дата изготовления 1 февраля 2023 года, его срок годности 2 года, то бишь до 1 февраля 2025 года практически. Я почитала в интернете, что его надо лучше всего есть до первой половины дня. Ну, на завтрак, там, во время еды или в обед, чтобы быть бодрячком и в энергии плескаться, скажем так. Но если вечером, то уже это может быть там всякие побочки, типа бессонница. Бессонницы мне и так хватает. Поэтому вот мне витамина D3 точно не хватало, чтобы днем быть бодрячком, а вечером нормально вырубаться. Тут такие масляные капсулы. Два листа масляных капсул. Состав: масло растительное, подсолнечное и рапсовое. Оболочка капсул: желатин пищевой, изготовленный из шкур крупного рогатого скота, жвачных животных или свиней. Глицерин, влагоудерживающий агент, лимонная кислота, антиокислитель, витамин D3. Так что, зрители, если ты вдруг веган и тебе желатин вообще не катит, ну, к сожалению, тебе это не покатит. А если ты не веган, или ты веган, но ты не загоняешься на состав витаминов, то вот, смотри, находка прям. У меня тут кольцевая лампа может отсвечивать. По 15 штучек. Такие вот пластиночки. На целый месяц. Ну, классический месяц, 30 дней же, да? Вот тут как раз самое то. Тут у нас еще инструкция по применению. Что и как. Можно будет потом ознакомиться и почитать. Поэтому, зритель, напоминаю тебе, если ты с аптекой «Апрель» еще не знаком, а хочется сэкономить на лекарствах, витаминах, БАДах и прочем. Я, кстати, сегодня, когда ждала заказик, ну, пока мне соберут его, выдадут заказик в этой аптеке, посмотрела ассортимент на Ленина 66, довольно такой приличный, там столько кремов для рук, например, и ног, и вообще очень много всяких уходовых средств, там какие-то батончики, витаминчики, много чего, вообще очень большой выбор. Так что, если еще не зарекался, то не упускай возможность сэкономить по промокоду АПРЕЛЬАЙВЕ. Будет вот снова вот где-нибудь облачко. И в инфобоксе ссылочка, не забывай туда тыркаться. Ну и да, если хочешь поддержать мой канал, то вот здесь будет облачко. Если ждешь СМР и никак не дождешься, то вот здесь будет другое облачко. Всем спасибо за просмотр. Если вы какие-то витамины или что-то из того, что я показала, использовали, принимали, тестировали, знакомы, допустим, с этой пенкой, дайте знать в комменты. С удовольствием почитаю, поставлю всем сердечко. И пока!